Я нашел новые закрытые подвалы в Майнкрафте с Соником, Леди Баг и Миньоном. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня мы посмотрим на новые закрытые подвалы в Майнкрафте. Здесь у нас Соник, Леди Баг и Миньоны. И вот такие интересные сегодня подвальчики закрытые. Давайте посмотрим на них. Ребят, пишите в комментариях, кто из них самый крутой. Ну а если вам нравятся все трое, то пишите в комментариях все самые крутые. Вот, я даже выбирать не буду, реально. Леди Баг, Соник и Миньон все классные. О, там житель стоит, здрасте. Здрасте, житель. А что у вас тут, что хотели... Да, здрасте, да, поставьте лайк все, быстро. Ну ладно, да, ребят, обязательно поставьте лайк, не забудьте. А мы, наверное, пойдем в самый первый подвал к нашему доброму миньону и посмотрим, что у нас там такое. Погнали, ребят! И мы оказываемся в каком-то непонятном месте. Здесь синий радужный друг и Кисси Мисси Пауки. Идите сюда, давайте с вами сражаться. Ну, по одному только нападайте. Они, ребят, всей толпой решили на меня сразу атаковать. Да как я с вами справляться-то должен? Давайте получите! На тебе, синий! Ребят, давайте их всех победим! Так, там за стенкой стоит Бокси Бу! Сейчас мы с ним справимся, только с вот этими Кисси-Мисси только разберусь. Отлично, синего победили, Кисси-Мисси тоже. Отлично, друзья, мы справляемся. Довольно-таки неплохо идем. Это что за двери такие? Так, хорошо, открываем. Стоп, там Леди Баг, ребята, вы ее видите? Но здесь злые Соник Икзи и Бокси Бу. Так, сейчас мы с ними справимся и спасем добрую Леди Баг. Так, подошли все по одному, давай, получайте! Получайте, бам! Это что за страшные двери такие? Ладно, до них доберемся чуть попозже, только сперва я разберусь с вот этими монстриками. Давай, Соник Икзи, подошел. Ух ты что за чудовище? Иди сюда! Эй, он за мной идет! Он реально идет за мной, я же пошутил! А ты сюда не пролезешь? Ха-ха, высокий, да? Высокий, не можешь пролезть, ха-ха. Ну я тебя могу бить, ха. Так, отлично, друзья, монстр побежден, идем спасать Леди Баг. Леди Баг, приветик. О, привет, спасибо, что нашел меня. Да, конечно, я нашел тебя. Слушай, а суперкота здесь нет? Нет, только я. Но тут есть Соник и Миньоны. Ага, ребят, мы их обязательно найдем. Все, Леди Баг, пойдем со мной быстрее, выбираемся отсюда. Давайте ее отправим вон туда в портал, друзья. Все, Леди Баг, давай, убегай вон туда через портал домой, хорошо? Окей, давай, пока. Все, пока-пока, Леди Баг. А мы идем дальше, ребяточки. Нам нужно вот сюда открыть. И что это здесь место тут такое? Так, здесь какие-то печки пережариваются. Привет, о, красный радужный друг. Ай, ты что? Ты что, на меня решил атаковать? Ой, что это такое? У нас какие-то полоски сверху появляются. Что это, где это? Ладно, давайте, идем дальше, друзья, открываем. Так, здесь что, какие-то боссы будут? Нам кого нужно бить, вообще я не понимаю. Так, здорово, зеленый, здорово, радужный друг. Что у них тут по сундукам? Ага, пусто, меня решили обмануть. Окей, о, стоп, подождите, откройте дверьку. Опа, здрасте, миньоны! Привет, Зомбак! Да, здорово! Отлично! Мы нашли миньонов! Кстати, подпишитесь на мой канал обязательно и нажмите на колокольчик. Прямо сейчас сделайте это, пожалуйста. Можете лайк поставить. Так, миньоны, вы можете быть свободны. Вот туда через дверь убегайте. А я пойду дальше, хорошо? Так, а мы идем дальше. Здесь нас встречает мопс-гусеница! На тебя! Давай, ребята, быстрее! Атакуем его, атакуем! Фух, отлично! Справились. Берем меч и идем сюда. Здорово. Ага. Здесь кролик Бонза и повар обезьяна. Это ты у моих подписчиков лайки выпрашиваешь, да? Это ты говоришь, что кого-то скушаешь. Но ничего, мы с ним справились, ребят. Не переживаем. Так, а как пройти дальше? Здесь золотые двери. Чтобы их открыть, мне нужна, не знаю, кнопка, рычаг, не знаю, нажимная плита. Где-то здесь такое было. О, сундук, подождите, сундук. Я нашел рычаг, ребяточки.
Я нашел рычаг, он нам поможет. Ставим его куда-нибудь сюда. И открывается дверь. Отлично. Ой, бан-бан! Здорово! Пра-бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бану-бам-бану! Ха-ха! На тебе! Сейчас мы тебя поджгем. Отлично. А! Я тут, ребят, разжег костерчик. Сейчас тут все загорится, надо потушить. Да, огнеметом тут лучше не пользоваться, ребята, а то я сам пройти не смогу. Разгорится тут все. И все, и придется тут жить в огоньке. Так, ой, у меня пушка закончилась. Подожди, солнце. Так, куда мне дальше идти? Здесь кровати чьи-то, ребята. Это не я здесь живу. Ладно, поднимемся наверх. О, фиолетовый радужный друг, здорово. На тебе, получай. Так, я предлагаю поменять вот эти пушки на вот эту классную пушку. Пам, кислотный, на тебе, вау. Иди-ка сюда. О, здесь Соник, ребята, и портал, отлично. Привет, Соник. Привет, зомбак. Здорово, давай я тебя вытащу отсюда. Все, вытаскиваем, спасаем Соника, друзья. И можем возвращаться в портал. Так и чё? Я думал, я обратно вернусь. Но мы еще, ребят, здесь, кажется, не закончили. Это что за испытание? Здесь гигантский океан лавы. Я не хочу в него падать. Так, всякие Соники, Миньоны, Эггман. Окей, ладно. Ну-ка, Соник. Уии, до свидания. Так, я попробую перепрыгнуть. Этот паркур уже намного-намного сложнее, друзья. Но здесь надо будет допрыгивать. Отлично, отлично. Я пока что справляюсь. Пока что получается. Опа! Отлично, так, Эггман, здорово. Сейчас я с тобой справлюсь. Так, давайте попробуем перепрыгнуть. Отлично. Миньончик тоже получай. Нам кажется туда, там указывают стрелочки. Все, я допрыгнул, друзья. Паркур пройден, я надеюсь, я туда не упаду. Здравствуйте, это что еще такое? Там коричневые радужные друзья и домоголовый. Так, отлично. Давайте пройдем сюда. Куда мне идти? Здесь у нас лавовый какой-то мини-паркурчик. Так, ну это легко было пройти. Здорово, коричневая. Так, там кто-то есть. Там кто-то наверху. Сейчас мы посмотрим. Так, я могу на мечах с ними драться. У меня есть крутой меч. Так, давайте. Коричневая, подходите. Только по одному, пожалуйста. Не все... А! Тихо, тихо, тихо. Зря я, конечно, всю толпу на себя согрел. Они теперь все на меня нападают. Все-все-все за мной гоняются. Ай, что вы тут сделали? Это какое-то собрание скелетов, ребят. Вы посмотрите, сколько тут скелетов лежит. Я вот, ребят, зомби, а скелеты мои друзья, и они что-то сделали с моими скелетами. Ну, не с моими скелетами, а с моими друзьями-скелетами. Так, давайте справимся с этими коричневыми и пройдем уже наконец-таки это испытание. Отлично. Ну, их тут очень много, смотри, еще и домоголовый начал что-то агриться. Так, быстренько перезаряжаем. Я хочу взять огнемет. О, сейчас мы вас всех поджарим. Коричневые вам не понравится. У меня супер крутой огнемет, но он заканчивается на самом деле. Так, давай, домоголовый. Вы что, не горите в огне? Я их поджариваю, им пофиг. Ладно, тогда кислотная пушка. Вот, вот это уже другой разговор. Кислотная пушка, это круто. Так, давай, домоголовый, получай. Ты вообще такой ползает везде. Смотрите-ка. Давайте их немножечко поджарим и кислотной пушкой. Пиу-пиу-пиу. Получайте, монстры, получите. Слушайте, я уже устал с ними сражаться. Они реально бесконечные какие-то. Последний остался, последний, ребята. Они раскидали здесь тинтишки. Это, ребят, динамитики. Они хотели здесь взорвать испытания. Там Леди Баг наверху. Ах вы, я не дам вам это сделать. Я помешаю вашим планам, коричневые. Так, мне нужно забраться к Леди Баг. Давайте подниматься. Отлично, запрыгиваем. Ага, а здесь у нас железная решетка. А как я туда пройду? У меня нету ни кирки, ничего. Как я к тебе пройду, Леди Баг? Блоков у меня тоже нету. Может быть, надо поискать какие-нибудь сундуки. Может быть, здесь что-нибудь есть. Это что такое? Я это не заметил. Там что-то есть, ребят. Стоп, подождите, там что-то есть. Прыгаем, давайте-ка посмотрим. Там какой-то люк. Так, сюда. Сундук! Вот и кирка, вот она где, друзья. Ага, теперь как выбраться обратно? Сюда прыгаем, сюда проходим. Все, теперь у нас есть кирка, и мы можем пройти испытание. Я, конечно, ну в паркуре полнейший. Так, отлично, все. Открываем решеточку. Леди Баг, привет! О, привет, собак, ты наконец-то меня нашел! Да
Да, конечно! Давай-ка мы с тобой закроемся с этой стороны, чтобы к нам никто не зашел и никакие монстры нас не потревожили. Все, Леди Баг, погнали в портал! Возвращаемся обратно! Вот такие закрытые подвалы получились на сегодня. Мы встретили Миньона и Соника и Леди Баг. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если так, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был Зомбак, всем удачи, пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!